Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Motoshop.ua. В этом видео я предлагаю вам вместе со мной провести тест-драйв нового мотоцикла от компании Bajaj Dominar 400 UG 2019 года. Ровно два года назад я делал похожий тест-драйв на предыдущую генерацию этого мотоцикла. Если вы рассматриваете к покупке бэушный Dominar, можете пойти посмотреть то видео, ссылочку оставлю в описании. Там просто полная информация про этот мотоцикл, про его характеристики и поведение. Точно такой же тест-драйв я хочу сделать сейчас на этот мотоцикл, потому что это последняя модель Доминара с многими интересными изменениями, улучшениями. Обзор на этот мотоцикл я уже снял, он также есть на канале, можете его пересмотреть. В этом видео я попробую вам показать, как повлияли в реальной жизни эти изменения, которые он получил на заводе в техническом плане, на что это повлияло, как он себя ведет, попробуем замерить динамику, максималку, ну и просто, как обычно, поболтаем о этом мотоцикле на дороге. В общем, одеваем шлемы и погнали. Конечно же, изменения в техническом плане сразу же ощущаются на дороге. В первую очередь, конечно, это двигатель, который получил два распредвала, как я говорил в обзоре. Ему добавили 4 лошадиные силы, быстрее набирает обороты, как бы охотнее, ну и в целом пуляет немножко быстрее. То есть, скажем так, эта модификация, ну, пожалуй, это самая такая большая, самая существенная модификация, которую получил Dominar за последние, да, наверное, за все, в принципе, годы своего выпуска. Также они сместили максимальные обороты немножко дальше, насколько я помню, на 500 оборотов. То есть, в принципе, это тоже добавило мощности. Как же надоели пробки. И вот на мотоцикле, конечно же, я могу облегчить свои страдания, передвигаясь по городу однозначно. То есть я вот уже проехал там несколько километров пробки. А на автомобиле я бы тянулся со скоростью до 20 км в час здесь. Ну, то есть не стоял, ехал, но очень медленно, да? А так я еду как минимум в два раза быстрее. Ну, конечно же, делаю это аккуратно. Практически не виляю из ряда в ряд. Слежу за обстановкой на дороге. Учитываю то, что в любой момент любой из этих многочисленных участников дорожного движения может сделать какой-то неожиданный для мотоциклиста или для другого автомобилиста маневр. Плотненько сегодня на трассе Киев-Борисполь, но я все-таки постараюсь аккуратненько сделать замеры максималки и, главное, ускорение. Так, максимальная скорость получилась 153 по GPS-у, и тут было где-то 166 по спидометру. То есть немножко больше, чем на 10 километров спидометр, как обычно, приврал. Так, значит, спидометр снова был у меня 166 максимум показывал, и здесь 152. Динамика очень хорошая, динамика однозначно лучше, чем у старой версии Dominar. Прям вот интересно было бы их сравнить, может, мы как-нибудь это и сделаем. Но вот так, по ощущениям, мотоцикл едет намного бодрее. И в большей степени именно из-за того, что он более оборотистый стал двигатель, у него отсечка по
ограничение по оборотам выше, чем у старого Доминара. Вот, и вот именно там сверху вот ощущается вот это преимущество, когда ты докручиваешь мотор до самого верха, и старый Доминар, получается, уже переставал ехать, а этот еще ускоряется. То есть вот здесь вот там те 500 оборотов как бы и сыграли свою решающую роль. К слову о приборной панели, вот этой, которая маленькая, вот сейчас вы ее видите внизу, что на нее неудобно смотреть. В принципе, да, на нее смотреть неудобно, но там нет ничего такого, на что надо смотреть постоянно. То есть там пробег, время и текущая передача. Ну, в принципе, может, вы скажете, что передачка эта, которая включена, сейчас, например, едем на 5-й, 6-й, что это полезная информация, ее надо бы иметь перед глазами. Может быть, вы будете и правы, но я никогда индикатор передачи не считал таким вот must-have вещью, но вот она есть, это хорошо. Если ее нету у меня, то как бы я от этого не страдаю. И опять же, если надо посмотреть, достаточно немножко опустить голову, не взгляд, голову. Действительно, надо помотать головой вверх-вниз, чтобы видеть этот дисплей. Но, опять же, это, на мой взгляд, не критично. Можно иногда и опустить, и посмотреть. Зато стиляжная тема с этим вторым дисплеем. Управляется, ну, очень даже хорошо. Легко, то есть он не ощущается вес мотоцикла. В городском трафике он очень управляемый. Тормоза переехали сюда тоже с Дюка, с КТМ. Радиального крепления Суппорт, как обычно, традиционно, фирмы Байбре. И тормозит этот мотоцикл, в принципе, примерно так же, как и предыдущий. Я не знаю, на самом деле, вот там был плавающий скоба, а здесь радиальное крепление. По идее, эти тормоза должны быть более продуктивны, но по факту разницы я не замечаю. Давайте продемонстрирую. Вот экстренное торможение со 100 км в час. Немножко вилял зад, наверное, потому что все-таки уже мокрый асфальт. Передок реально как укопанный шел, как плугом по огороду. Ну, тормоза хорошие. Тормоза всегда были на баджажах, всегда были хорошие тормоза, что на младших моделях, что на флагманах, таких как Доминар. Посадка очень удобная, кресло большое, я могу двигаться и вперед, и назад, сейчас это не видно, но вот именно глубина посадки для любой попы, скажем так. Ну, мне нравится сидеть ближе к баку и прижимать коленками, прижимать бак, так лучше управляется мотоцикл, и так как бы себя я чувствую более комфортно. У меня сейчас на голове такой дешманский старый-старый мой шлем МТ, и вот мне так нравится на нем визор. Может, потому что я его мало как бы юзал, и он почти новый. Но на этом визоре реально вот капельки дождя слетают при движении, то есть не скапливаются. Сейчас, кстати, в магазине Motoshop UA можете купить уже более современные шлемы МТ. Кстати, резина, я все время забываю посмотреть, какая там стоит резина. Я напишу об этом просто в тексте, в видео. Держит очень хорошо. Вот и при торможении, и при маневрировании я бы, ну вот вообще ничего плохого не могу сказать. Наверное, как бы дорогая резина будет получше еще управляться, но в плане того, что вот нужно ли эту резину после покупки мотоцикла менять, я считаю, нет. Она абсолютно адекватно себя ведет на дороге, в разных условиях. Вообще на мотоцикле очень комфортно ехать куда-то. То есть не просто по городу, а вот именно сесть и где-то за городом покататься, куда-то съездить, попутешествовать. Он именно комфортный в плане посадки и поведение на дороге, то есть он такой нелегкий, там 180 с чем-то килограмм, да. И вот его не сдувает при каждом каком-то маленьком ветре, проезжающей машине, при обгонах. Он стабильно едет как по рельсам.
Немножко остались, в принципе, как и были всегда, вибрации. Они ощущаются больше всего на руле. Но я как бы их заметил только о том, когда вот вспомнил, что... А что там по вибрациям? Вот я вспомнил, и после этого я начал замечать, что да, когда я прижимаю ногами бак, я чувствую коленками вибрации. Да, когда я крепко очень держу руль, я чувствую вибрации, но не такие мелкие. Но это к тому, что в дальней дороге они не будут вас напрягать, и если вы просто не будете про них думать и акцентировать на этом внимание, то вы их не заметите, в общем-то, как и не замечал я. Что касается выхлопа, вот многие говорят, что выхлоп стал более такой басистый. Как вы знаете, здесь поменялась выхлопная система. Полностью поменялась, о чем я говорил в обзоре. Но, как по мне, да, выхлоп стал немножечко басистее, чуть интересней и громче. Но вот, как по мне, в дальней дороге какой-то это будет только напрягать. То есть, в принципе, туристические мотоциклы, они, как правило, тихие. Но если рассматривать Доминар для путешествий, ну, я бы, наверное, ездил все-таки в Беруши, чтобы было потише. Потому что это, как бы, когда ты едешь долго, монотонно, и вот этот вот гул от выхлопа слышишь, а ощущается он почему-то вот где-то как-то впереди. То есть даже не, я его не слышу сзади, я его слышу спереди. И это именно не звук мотора, это именно звук выхлопа. Смотрим на какой-то запас для обгона. Сейчас я еду на 6-й передаче, на спидометре 90. Я скину на 5-ю передачу. Мы даже немножечко обогнали, прилично обогнали машину, которая нас догоняла. И мы снова возвращаемся в город, снова сейчас будем въезжать в эти тянучки бесконечные. Но что поделать, важно стать первым на светофоре, потому что если я стану первый, я первый и уеду. Кажется, поменялась работа вот этого вот блинкера, который раньше был оранжевый, а сейчас красный, если видно сейчас его на камеру. Раньше, насколько я помню, в старом Доминаре он включался там, где уже отсечка, или сразу перед ней, или еще как-то. То сейчас блинкер сделали красного цвета, и получается, что загорается он, когда мотоцикл считает оптимальные обороты и скорость для переключения на следующую передачу. Включил 6-ю, обороты 6500, да, и он загорается. То есть он как бы настроен на оптимальное, как по мне, оптимальное энергосбережение, то есть наименьший расход топлива. Ну что ж, друзья, я хочу уже заканчивать этот тест-драйв. Накатался я уже на этих доминарах, это уже третий мотоцикл последнего поколения, на котором я катаюсь. Готов поделиться с вами своим мнением. Значит, что хочу сказать. Во-первых, рассматриваю это все в контексте того, что мотоцикл обновленный. С этим обновлением он получил лучшую подвеску и более мощный двигатель. И, как говорится, деньги в разработку и в создание были вложены создателями не зря. Мотор получился более отзывчивый. Он вообще имеет другой характер по сравнению со старым Доминаром. Здесь мне очень понравилась 4-я передача в городе. Я буквально, давайте сейчас ее включу. Вот, 4-я передача. В этом мотоцикле мне почему-то хочется ехать на повышенных оборотах. Вот от 6500. На спидометре при этом 90 км в час, то есть это скорость и обороты, которые держит поток, но при этом у меня есть очень хороший запас для ускорения. В общем, этот мотор, в принципе, как-то приятнее и хочется держать на высоких оборотах. В то же время этот мотор отлично себя чувствует на низких оборотах, в натяг.
В городском трафике ему абсолютно не тяжело тошнить, скажем так, между машин или среди машин. С одной стороны, на высоких оборотах мотор отлично пуляет, но с другой стороны, на низких он очень хорошо тянет и переваривает маленькую скорость. Подвеска меня, в принципе, тоже порадовала. Вот сейчас еду по очень неровной дороге, и я буквально чувствую, что контакт с покрытием, с дорогой, или, ну, как бы с тем, что называют у нас дорогой, остается. То есть подвеска работает адекватно, и резина здесь, в принципе, тоже нормальная. Что касается тормозов, у меня к ним никогда не было претензий. И сейчас я могу сказать, что они остались не хуже прежних. Стали ли они лучше по сравнению с прошлым доминаром, то есть когда был обычный суппорт плавающий, а сейчас радиального крепления, сложно сказать, но тормоза здесь достойные. Я делал несколько тестов на торможение, на экстремальное, вообще без нареканий, и ABS. И в целом тормозная система работает превосходно. Следующее, что меня порадовало в мотоцикле, это расход. Если вам сейчас видно, если эта штука не врет, бортовой компьютер сейчас показывает 24 километра на литре. Ну, то есть вот индийцы не так считают, да, сколько могут проехать на одном литре бензина. Значит, сейчас компьютер показывает, что я на одном литре проезжаю 24 километра. То есть, грубо говоря, это 4 литра на 100 километров. Учитывая тот режим езды, какой у меня, и как я его сегодня гонял, и максимальную скорость, и динамика, и, ну, вообще, как бы, я езжу очень, очень тревожно, скажем так, но аккуратно в то же время, то 4 литра в таком режиме для 400 кубиков, имея такой запас, звучит очень неплохо. Я думаю, можно вложиться в 3 литра, но это будет скучно, мне это не интересно, я даже пробовать не буду. По поводу расхода предыдущей модели Доминара, опять же, циферки с прошлого теста на экране, но там я делал именно топливные замеры. Здесь я просто поверю бортовому компьютеру. Хоть я ему и не очень верю, но, в принципе, 4 литра цифра очень даже реальная. И я даже знаю, что, скажем так, старший брат этого мотоцикла, он жрет так же само. Кстати, еще один классный момент, что мне нравится, это скользящее сцепление. Смотрите, без сцепления я просто даже не убираю газ, включая пятую передачу. Соврал, немножко убрал газ. Четвертую. То есть проскальзывающее сцепление, если кто не знает, оно именно дает возможность вот таким образом понизить передачу. Например, если вы едете в повороте, да, вы сбрасываете передачу и как бы неправильно угадали обороты и ситуацию, то заднее колесо может заблокироваться, то есть двигатель его может заблокировать, то с этим проскальзывающим сцеплением такого не происходит. Инжектор, ABS и проскальзывающее сцепление, вот мне кажется, это must have для дорожного мотоцикла, просто вещи, которые, то есть, необходимы. Без этого всего, конечно же, прожить можно, но теоретически с ними прожить можно дольше. Спасибо всем, кто разъезжается, это так приятно. Ну, спешить, конечно, в таком трафике некуда, даже то, как мы уже едем, проезжаем, это уже большой плюс по сравнению с тем, чтобы стоять здесь в машинке. В остальном же мотоцикл очень интересный для города и для путешествий. То есть такой себе универсальный байк на каждый день, который покрывает очень много потребностей. Подойдет, наверное, каждому. Здесь есть все для любого человека, и для юного, и для человека в возрасте, и для девушки, и для мужчины. Здесь достаточно мощности, чтобы держать поток и выстреливать на любой передаче.
практически на любой передаче, практически в любых условиях. Но, как я уже говорил, мне больше всего понравилось вот в потоке, в нормальном, не таком, как сейчас, ехать на четвертой передаче, держать более высокие обороты и ехать именно вот перед этим подхватом. Вот где-то 6500 он начинает очень заметно так прибавлять, подхватывать и ускоряться. То есть мне именно этот режим понравился больше всего, когда я могу открыть газ и улететь. Улететь туда, куда надо. Ладно, друзья, это все. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Впереди, я думаю, еще много интересного. Если этот обзор был вам полезен, то моя миссия выполнена. И мое время потрачено не зря. А если у вас еще какие-то вопросы остались, задавайте их в комментариях. Я все читаю и на все отвечаю, как правило. Ну все, еще раз всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.